Привет, друзья! Вот сколько я себе тут сделал такую записочку, чтобы не забыть перечисление названий и фамилий. Вот посмотрите. Метод Сонда, метод Сильва, Альфа-метод, метод Эриксона, метод Шульца, метод Шапира, Фрейд, Агата Кристи, которая мыла тарелки, когда написала свои произведения, эти повторяемые движения выходила на определенное состояние снятия стресса и творческого вдохновения. Толстой, у которого, значит, Ленин косил траву и иногда попадал в ритм и чувствовал себя счастливым. Да. Пушкин, который, когда напрягался, писая какие-то свои произведения, которые мы любим, которые прожили много поколений, да, и мы на них стоим, на плечах Пушкина, рисовал женские головки автоматически. Падмасана индийская, йоговская, Сурья Намаскар, Цигун, ключевое дыхание наше же. Вот это все я вам расскажу, покажу. И во всех этих методах, и во всех произведениях, написанных этими фамилиями, выделяю единый общий механизм, объединяю все сущностные аспекты этих методов существующих, от Сонды до Шапира и Эриксона, и метода Сильвы, и йоги, и цигун, система – это методика объединенных сил. Новая методика на вебинаре. И все получите. Самое интересное, вы узнаете, какая же связь между Пушкиным, который рисовал женские головки автоматически, Агата Кристи, которая мыла посуду и моя посуду, писала свои все детективы. Да, и методом Сильвы, и методом Эриксона. Но все узнаете, и вот эти объединенные силы, повторяю, вы разом получите для реализации своих задач. О, как здорово будет, да? Конечно, здорово будет. Я сам рад этому. Я сам этим пользуюсь, я запускаю на ночь вот эту ремонтную мастерскую, вот эту бригаду на клеточно-молекулярном уровне. Вы узнаете, что это такое? Это не фантастика. Это техника работы с подсознанием. И вы спите ночью, она работает и оздоравливает вас. Клеточка за клеточкой наполняет клеточки мозга кислородом, улучшает кровообращение мозга, лечит там все, что нарушено и истощено, восстанавливает здоровье. И вы раскрываете одновременно свои таланты и способности. Это невероятно.